Добрый день! И снова о елочных игрушках на выставке Christmas Box подарки. В этом видео рассматриваем сразу две фирмы. Итак, Коломеев. Фабрика находится в Брянской области, город Новозыбков. Занимаемся оптовыми продажами. Минимальная сумма заказа у нас 70 тысяч рублей. А в розницу можно приобрести на сайте koloemeyev.shop. Благодарю. Можно поменять, если партия большая? Формовую игрушку под заказ мы не делаем. Под заказ мы делаем только шары брендированные. Можем с вашим логотипом и так далее. Бутылочки шампанского незамысловатые, всего 3-4 сантиметра, но смотрятся очень прикольно. И если Коломеев – это фабрика, где елочная игрушка выдувается и расписывается, то следующая фирма «Семь цветов декор» – это крупнейший интернет-магазин, предлагающий товары флористики и декора. Слушаю вас. «Семь цветов декор» мы называемся. Мы представлены как в оптовом направлении, так и в розничном. Елки – это «Москрисмас», наше российское производство. Игрушки здесь представлены в новой коллекции 2024-2025 год, соответственно. Новое поступление. Игрушки – это стекло на данной композиции. Ну, с небольшим добавлением деревянных фигурочек. Стекло производства это Китай, 90% практически. Некоторые позиции привезены из Европы. Что вам еще интересно рассказать? Условия продажи опта, розница? Розница – это наш торговый зал. Находится на Молодогвардейской, 61. Это метро «Молодежная». Вот. Также есть оптовый отдел. Минимальная сумма заказа от 15 тысяч рублей. Обязательно иметь ИП, либо ООО. Ну, то есть для физических лиц оптовый отдел не работает. Только с юрлицами. Благодарю. Спасибо. Очень порадовало наличие торгового зала, где можно купить товар в розницу. Но елочные игрушки и новогодний декор будут только с августа. Ждем август и идем в гости.
Очень благодарна вам за ваши комментарии. Надеюсь, елочными игрушками я вас еще не утомила. Огромное спасибо за просмотр и всего вам самого доброго!